Депутат Государственной Думы Лидия Антонова провела рабочее совещание с учителями и руководителями люберецких школ. Педагогическое сообщество обсудило методы повышения качества образования в городском округе. Встреча состоялась в 15-м лицее. Одной из мер по улучшению качества образования депутат Государственной Думы считает членство педагогов в профессиональных предметных организациях. Это даст возможность учителям повышать уровень квалификации и развиваться. Немаловажным Лидия Антонова считает использование творческих методов при обучении детей. Узнать о них можно на различных форумах и семинарах. Еще один способ повышения уровня эффективности образования – развитие мотивации у родителей обучающихся. Мы сегодня хотели вас познакомить с тем предложением, которое мы даем для Люберецкого района. Мы надеемся, что оно вам интересно. У вас есть возможность пообщаться. И мы будем встречаться в следующий раз, когда начнем курсы по литературе, русскому языку, биологии, химии и по начальной школе. Поэтому подумайте о том, как ваши педагоги вот в этом будут участвовать, а потом посмотрим результаты, будем думать, как двигаться дальше. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.